Подряд вбрасывание. Выигрывает сейчас капитан воскресенской команды Авраменко с шайбой. Бросок или даже прострельная передача. И там в упор Губин. Из-под скопления игроков Спитака добавлял еще один бросок. И 2-1 там в домик влетает шайба. В тот самый момент, когда Майоров выходит на площадку. И в это время уже четвертый появился у мячей. И, соответственно, реализован был формат у Химика 5 на 4, а не 5 на 3. Сейчас крылья будут играть в полном составе. 2-1. Воскресенцы снова выходят вперед и снова реализуют большинство. Вот он, бросище. Чуть не успел сомкнуть щитки. Андрей Мишуров. И шайба четко зашла в домик.